И сегодня же президент принял Акима Шымкента. В этом году также планируется утвердить новый генплан третьего мегаполиса. Мурат Айтенов доложил, что до конца года жители окраин полностью обеспечат питьевой водой и электричеством. А в рамках нацпроекта «Комфортная школа» в Шымкенте запланировано строительство 25 школ. Также Аким отчитался об основных показателях социально-экономического развития за прошлый год. Объем инвестиций в экономику города увеличился на 13,8% и достиг 549,5 миллиардов тенге. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства превысило 110 тысяч. На них приходится 40,7% общего объема валового регионального продукта. Касым-Жомарт Токаев поставил перед Айтеновым ряд задач по решению социальных вопросов, повышению качества жизни горожан, а также дальнейшему развитию Шымкента.